За распространение новых инфекционных заболеваний и вирусов, таких как лихорадка Эбола, эпидемия кури, туберкулеза, чумы и других, стала главной темой заседания экспертного совета при Совете безопасности Казахстана. Специалисты профильных НИИ, а также главы санитарных и ветеринарных служб выразили обеспокоенность в связи с ростом эпидемиологических рисков в Центральной Азии. Государственный секретарь Адильбек Джексибеков подчеркнул важность своевременного принятия профилактических и защитных мер по укреплению биологической безопасности. И отметил необходимость модернизации национальных санэпид и ветеринарных служб. По итогам работы экспертным советом даны предметные поручения соответствующим государственным органам. Данный вопрос также будет вынесен на очередное заседание Совета безопасности.